кававапси. Вообще состав этого продукта настолько удивителен, что о нем можно говорить часами. Туда, конечно, входит галакомплекс, в состав которого входят все минералы и антиоксиданты, нужные нашему организму. Туда входит орех колы. Орех колы раньше использовали в аптеке от зубной и головной боли. И случайно фармацевт налил туда газированную воду. Так появилась, кстати, Кока-Кола, великолепный напиток. Но орех колы обладает еще удивительным свойством. Он снижает аппетит, он стимулирует организм. Его воины раньше ели, когда шли на войну, и приходилось подолгу концентрироваться, сидеть в окопах и ничего не кушать. Второй ингредиент, который входит в лапсин, это элеутерокок или сибирский женьшень. Но в отличие от сибирского женьшеня, который дает сразу подскок энергии, и ты потом сдуваешься как шарик, элеутерокок действует длительный промежуток времени от 9 до 12 часов. И его использовали также при импотенции. Для повышения мужской силы мужчины пили элеутерокок. И третий ингредиент вообще удивительный. Это сила концентрации мозга. Ее еще называют джинкобилобу, который входит как третий ингредиент в лапсин. Ее еще называют студенческая трава, потому что ее еле жевали перед экзаменами. Сегодня наши студенты современные могут принимать галалапсин, и у них будет все в порядке с головой, с потенцией, с настроением. Пьем галалапсин.